Да вот просто говорят, что типа нас тут нету. Все же Ну, говорят, что да. мы в Донецкой области. Угу. Поэтому и... И что-то вот это вот, мне кажется, из-за этого они что-то Да, мутят. да. Так оказывается, что не должно нас быть здесь. А мы здесь. Угу. А вы там, да, да. Тем не менее. И вот Ну, мы опасаемся, короче, что нас полгода здесь держать будут. Да? Угу. А чё полгода, пап? Ну, фиг его знает. Вообще-то, как Ну, говорили, от трех типа как 72 дня, потом от 3 месяцев до полугода. Вообще вот это вот. Ну, я тебе так хочу сказать, что это, по-моему, ну не знаю, может вранье, но что-то где-то и 12 месяцев проскакивало, так что я не знаю, папулечка. Короче, что они там, я тебя жду. Вот хочу, уже я вот. тоже домой хочу. Да тут у нас, конечно, такие вот и настроения уже у всех упаднические. Если бы хотя бы точно сказали, ну какие-то даты, какие-то. Уже бы как-то легче было бы, да? Ну вот, что Ну, знали да прям, что даже надо на зоне терпеть. человек знает, он сидит, он знает свой срок. Знает, когда Будь выйдет, не себя, да, говорит. будь себя хорошо вести, выпустят раньше. Угу. Или там денежку занесут. Тут же. Угу. Вот такая вот. Фигня. Вообще даже как-то и не спешим с выполнением приказов. Вот. Потому что иногда так они меняются в корне, да? На этот, на противоположное. Только начал здесь, раз все, отмена, отбой на долтанг. То есть даже как-то не приступаешь иногда.